Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на праймерис «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы от Ивановской области. Это мне еще хотели, да, вот это дать. Это у нас... Сегодня какое число? Сегодня у нас 28-е. Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят. Написала она на своей странице. Также Юлия Волкова опубликовала фотографию и видео из регионального штаба в Ивановской области, где заполняет документы. Подписчики певицы крайне негативно встретили эту новость и раскритиковали ее желание идти в политику. Под фотографией в Инстаграм подписчики отговаривали Юлию участвовать в выборах, ссылаясь на то, что певица не место в политике. Также комментаторы называли этот поступок продажным и обвиняли Юлю в пробитии очередного дна, при этом сопровождая комментарии отписками. Юлия никак не отреагировала на негатив со стороны подписчиков. Делитесь своим мнением в комментариях под видео, не забывайте ставить лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самые горячие новости.